Знаете, что такое очернители, надо рассказывать. Детям рассказывать. Дети. Свои. Когда через 3 года тебе станет 13 или даже 14 лет, ты с подругой, которая сейчас тоже 10-11, соберешься на хате у родителей, которые уедут куда-нибудь. И вы будете сидеть там всю ночь и заниматься всем, чем угодно, кроме тем, чем не надо заниматься. Вы будете просто общаться, весело и круто, до утра. А на третий день рождественских праздников, а сейчас практически такие, потому что наше местное Рождество, оно теперь среднеарифметическое, и сложно выяснить, когда же оно начинается, когда заканчивается, но где-то на третий день резвяных свят в очерныти превращаются в складшину. Тобто вы как бы у родителей будете тырить сало, холодець, ковбасы, даже горилку, как будто. Но они это вам на самом деле выставляют специально, чтобы вам кралось это легче. И все это сносите на хату к родителям или к кому-то из, вот кто там определит ваше место. Вот это называется складчина. И я так понимаю, кто-то что даже, мне сказали, что даже кто-то торт принес. Уже кто-то вырос, наверное. Так вот, сегодня складчина. И мы вот так ненароком воскресили народную традицию очернить, и тем более складчина. Это как бы вообще то, что касается теории всех заговоров сегодняшнего. Теперь о месте, где мы собрались. Невзирая на то, что у нас нет главной высокозапевающей, некоторые сейчас еле доживают, неважно о качестве пения, главное, что вы собрались в этом месте, это и была главная задача привлечь всех тех, кто не знает, что тут вот такие катакомбы существуют. Что здесь, в центре города, существует одно из самых главных мест силы, где делают самых настоящих джедаев. Я не вижу хозяев этого. Они где-то машут световыми мечами. Вырезают на лбах военных джедаев. Родинонько моя, в копці позбирана, лем'яне божатко, от вас одорвана. А чи ляді звикою, Боже ж прибоже, як я тут привикну, ой Боже прибоже, як я тут привикну, 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 прошу пам'ятати. Okay.